Вот чем хорошо, например, в Нижнем Новгороде снимать новогоднюю коллекцию, она вся в одном месте. Здесь же, получается, игрушки отдельно, все остальные вещи отдельно. Мне это не нравится. Ну, вариантов нет. Значит, давайте. Бутылки Винтер 2020. Это обычная бутылка Карнан, только с рисунком. Литровая. Вот с таким вот, такой снежинкой. В принципе, в этом году, ну, более-менее такой, да, не вычурный дизайн. Давайте покажем снежиночку. Так, снежиночка. Цена 179. Дальше. Бутылочка 0,5. Уже привычный орнамент. 149 рублей. Ребят, вот ничем не отличается от обычных бутылок. А Карнан только с рисунком. Вот такая настольная дорожка. 35 на 130. Сейчас мы ее покажем отдельно. Стоит 299 рублей. Текстиль тонкий и цвет не кипено белый. Он, ребята, серый. Вот смотри, да? Тут просто подсветка она немножко привирает у вас. Хорошо. Вот у меня рядом просто есть белая салфетка, да, бумажная? Ну, давай попробуем. Да даже, Дим, на фоне этикетки белый. То есть он, ну, такой, сероватая основа. Тут просто софит светит, и никак я не могу подстроиться. Ну, давай, пойдем вот сюда. Вот сама дорожка. Ребят, ну, она мелковатая, я считаю. Ну, хотя обычный киевский плод, мнущаяся. Саму структуру ткани покажем. Рисунок нанесен, не сотрется. Дальше. Салфетница, стандартное киевское сердечко. 99 рублей. А его то в коллекцию ко дню влюбленных запихают, а то запихают в новогоднюю коллекцию. Салфетки. Набор 99 рублей, бумажные. Нет, салфетки бумажные, 129 рублей, точно такие же, как в прошлом году, только Санта-Клаус. Ребят, сейчас найду где-то в другом месте, покажу. Ну, блин, что-то Краснодар вот в этом плане прям накосячил. Вот такая банка, кстати, очень классно, что в этом году появились отдельно банки, не набором, 249 рублей. Объем, к сожалению, Нихтферштейн, но стилистика именно вот такая же, как у фарточка. Пойдем дальше искать. Еще один детский фартук, 299 рублей. В чем разница между за 200 и за 300, ребят? А здесь, значит, полноценный фартук, вот как у взрослых. Плюс очень хорошая регулировка. То есть даже если ребенок прям худенький-худенький, есть возможность зацепить. Вот за это прям безумная благодарность. Я очень надеюсь, что Икея к нам прислушается, потому что в прошлом году я вот это озвучивала, что нужно делать регулировки. В противном случае детям неудобно. Либо делать завязку. А здесь ни завязки и ни регулировки не было. Вот сейчас фартук, ну, более-менее. Так, пойдем выискивать дальше, да? А, стоп, вот они. Блин, ну это не новинка, ребят, это даже уже не смешно. А баночки 299 рублей. Три штучки с теми же сердечками. Уже какая-то смешная новинка, да, Дим? Об этом мы скажем в конце ролика. Да. Ну, в общем, все то же самое, только боком. А можно за 229 рублей купить обычные без сердечек, а можно за 300. Украсть. А можно за 300 купить с сердечками. Еще нашла прошлогоднюю вещь, только уже, да, с другой ценой. 249 рублей, бамбуковые лопаточки с силиконом. Обозвали Винтер 2020, был Винтер 2019. Так, значит, дальше банки. Три штуки, приклеено все в усмерть. 349 рублей, такая вот в горошек. Все это дело вот в таком виде. В горошек, в полоску и в звездочку. 350 рублей, набор такой из трех баночек. Так, я что-то еще хотела здесь показать. Нет, ладно, это дальше будет. Вариант новогодней сервировки. Здесь очень много всевозможной посуды икеевской. Но, к сожалению, не все... А, сейчас даже вот есть название. Значит, смотрите, здесь тарелка Офанлинг белая. Вот как-то так, знаешь, сцеплено, что фиг посмотришь. Дальше зеленая салфетка. Нету названия салфетки, друзья, извините. И миска и тарелка стримик. То есть, вот смотрите, да, вы спрашиваете, варианты новогодней сервировки. Ребята, да как вам нравится, так вы можете сервировать. То есть нет каких-то критериев. Но понятно, да, что новогодняя сервировка – это красивые бокалы на тонких ножках, какая-то красивая узорная посуда. Все, дальше берите, смотрите по цветовой стилистике. Не как вам дизайнер сказал, что должен вот так только сделать. Господи, сделайте вы так, как нравится вам, как вашей душе хочется. Я вот так к новогодней сервировке отношусь. Все равно новогодняя изюминка даже присутствует в виде хотя бы новогодней веточки. Веточка, согласна. Какие-то элементы зелени. Немного каких-то красноватых пятен.
Но прям вот конкретно, что только этой посудой украшать, достаньте красивую посуду. Белая посуда очень красиво смотрится. И можно акценты сделать. Вот здесь акцент на чем? На зеленом. То есть серый – это цвет сосед. Акцент основной – это зелень. Зеленые вазы, зеленые елки, зеленые салфетки. Вот в чем фишка. И зелень очень хорошо переплетается. Скатерть Винтер 145 на 240. Красный, белый, палос. Белый, красный. Ну, прям вот матрасовочка такая. И вот такой красный скатерть мы вам показывали в сервировке, но вы попросили вам поподробнее показать. Кстати, вот эта скатерть Дофмина в прошлом году была как линейка Винтер замаркирована. В общем, в этом году IKEA решила так не распыляться шибко, а очень много... По-хитренькому. По-хитренькому. Очень много новиночек, которые были новиночками, превратить в линейку Винтер. Так, вот эти салфетки, которые я вам не смогла полноценно показать. Размер 38 на 38 здесь... 30 штук, 129 трубчиков. Даже Димочка запомнил, хотя Дима цены не любит запоминать. Да. Плюс еще салфеточки у нас. Вот такой орнамент, салфетки Винтер, цветочек, хотя это, ну, никак не новогодний, можно использовать по любому поводу. У IKEA появились круглые подносы маленького размера. Кстати, давно таких не было, да? И вот таких подносов никогда не было. Вот это уже... Это поднос под имбирный пряник, 299 рублей. Такой поднос тоже 299 рублей стоит. Все подносы производят у нас братья болгары. Только они так могут делать. Только они так могут делать. Кстати, подносами икеевскими я всегда довольна. Все подносы, которые дома есть, это, друзья мои, IKEA. Так, мы сейчас смотрим прям детально, Дим, чтобы ничего не пропустить. Пойдем к фужерам сходим. Бокалы Винтер, они ручной выдувки, друзья, поэтому оттенок может отличаться. Дим, можешь рядом смотреть, да? Светлее, темнее. Прям где-то потолще стекло чуть-чуть. Да. Да. Я к чему? Когда вы заказываете это через интернет, либо через ребят посредник. Это лучше глазами, ребята. Ну, Дим, просто имейте это, пожалуйста, в виду, это не бра. Вообще три цвета разных. Вот все три оттенка разные. Я сейчас тебе сделаю взрыв мозга, хочешь? Они все разные. Они не только разные, они еще, вот смотрите, вот видите грани, они по граням еще разные. У кого-то грань более частая, другая да, более редкая. У кого-то прям вот еле-еле-еле заметные. Вот пример. Вот. Это вот самый, деле, самый темный, это, смотрите, градация какая интересная. Ага, по цвету. А при этом, друзья, это ручная выдувка, и они все будут разные. Поэтому либо вы соглашаетесь... Только ручками, ножками приходим и ручками выбираем. Хорошо, для тех, у кого IKEA недоступно, что делать? Взять прозрачные. Прозрачные. В противном случае у вас покалы получатся. Не, ну, если вы просмотрели ролик, то тогда вы уже за это вооружены информацией, то, что может прийти разный оттенок. Да, если то есть, вы довольны этому? Мы к чему вообще все вот это? Это не брак. То есть это не нужно бежать, кричать, меня обманули, мне подкинули что-то. Это, ребят, не брак. Хочу посмотреть еще. А, нет, кстати, вот эти стаканчики Mustic Head. Очень хорошо вот к новогоднему столу. Вот о чем я говорила, вот они, акценты. Да, вроде прозрачный стакан, но с такой кружевной красивой вязью. Но очень красиво смотрится, особенно в сочетании с золотом. Новый год в России начинается со смены штор. Со смены обычных штор на шторы Розенмальва. Это уже из года в год, даже у нас такие есть. Это вот она, куча снежинок, куча снега, 699 рублей. Имейте в виду, Розенмальва. Это больше подойдет жителям Анапы, которого снега нет. Посмотрел на шторы, и зима. Да, потому что у нас еще тепло. Смотри, Розенмальва – это ограниченная коллекция. Имейте, пожалуйста, это в виду, и ее потом не будет. Поэтому, если вы не успели, ты сейчас врежешься, вы ее потом не купите уже нигде. Только на следующий год. Так, друзья, мы продолжаем дальше искать все, что связано с Новым годом. Но Краснодар не особо еще думает, наверное, о Новом годе. Поэтому Новый год вот где-то по углам, по закоулкам. Вот такая сумка для хранения новогодней коллекции 269 рублей. Ну, не знаю, зачем она нужна, чтобы все, наверное, игрушечки. Елочку хранить. Игрушечки. И игрушечки. 269 рублей. Вполне. А почему она именно вот в этих? Ничего нельзя ее сделать однотонную? А, пусть напоминает. А, чтобы это был конкретно Новый год, да? Да. Так, коробки мы вам все показывали, бумагу мы вам всю показывали. Что, дальше идем? А я не помню вот эту бумажку. И это мы показывали на складе. Это пакетики, 12 штук, под упаковку подарков. Это коробки, вот они. По коробке помню. Поэтому видишь, как в этот раз приходится Новый год-то выковыривать? Самая любимая елка России. Маленькая, компактная, можно поставить на любой рабочий стол. 699 рублей. Честно, ребят, елка классная. Очень рада, что она тоже с литыми иголками. Поэтому вот это разбирайте. Их на самом деле скупают. Скупают организации, поэтому имейте в виду.
Елок скоро этих не будет. По 129 рублей из линейки Винтер. Это все то же самое, что было в прошлом году. Горшки побольше, горшки поменьше. То есть большие у нас получается 12 сантиметров, маленькие 9 сантиметров. Вот под эту елку, вот один в один, 12. А сюда умещается фейка. Так, свечи мы с тобой, в принципе, показали все. Подсвечники мы тоже показывали. Нам осталось найти с тобой еще гирлянды и разноцветные стролы. При условии, что они здесь, в Краснодаре, где-то прячутся. Ребят, фейка – это все, что связано с Новым годом. Ой, вот такой кашпо надо цапнуть. У нас саранский клиент заказ ждет. Быстрее мы приедем, чем в Нижнем появится. 699 рублей, фейка, искусственные растения в горшке. Это рождественская звезда, 12 сантиметров. Ребят, из года в год. Ну, я не знаю, я хочу новинок, я нового хочу. Вот такая вот интересная, да, осенне-зимняя туя. Тоже можно украсить, было бы желание. 599 рублей, что не нравится. Вот эти вот очень дешевые листочки. Вот прям вот портит вид, если честно. Вот это мне прям вот не понравилось. Блин, смотри, здесь еще садовая мебель вовсю продается. Во всех магазинах она убрана. Она уже никому не актуальна. Здесь она стоит кучами. Так, так, ребят, рождественская звезда тоже прошлогодняя по 129 рублей. А, смотри, большие кипины белые. Кстати, большие по 699 рублей тоже есть, а маленькие такие вот желтоватые. Имейте это в виду, что разница в оттенке есть. И еще хочу сказать, вот эти горшочки стали неприятно шероховатые. Раньше они были прям гладкие-гладкие, сейчас как будто на них что-то наклеено. Это к чему, что качество все равно потихоньку начинает страдать. Будем надеяться, что выровняется скоро и побыстрее выйдут, да, из вот этой всей пандемичной ситуации. А мы пока покопаемся, может быть, еще что-то найдем винтерское. В общем, мы пришли к выводу, что в ноябре снимать в Краснодаре новогоднюю коллекцию безумно рано, потому что ее потихоньку пополняют. Вот такие вот винтер-старичочки, серенькие были, мы снимали красненькие в первой части. А там нет старичочки, девочка-старичочка? Нет, эти старичочки только вот дедушка-старичочка. Угу. И вот такие вот игрушки, шарики, 399 рублей, 4 штучки, петелька, легко подвесить, стекло, краска, металлические части, алюминий, ржавеющая сталь, петля, полиэстер, 5 сантиметров, бело-красный, 4 штуки в комплекте за 400 рублей. Наша логика закипела. Краснодар совсем по-другому живет. Давай, объясняю, почему. В общем, мы нашли еще отдельно стойку по Нижнему Новгороду. Ее вообще фиг найдешь, она где-то там за шатрами, за горами, за морями. В общем, мы, в принципе, все вам из этого уже почти показывали, что мы не осветили. Вот такое блюдо, яйцо Винтер, ручная работа, бело-красное. Ребят, очень интересное блюдо. Дим, пойдем вот сюда по цвету побольше. Ой, смотри, оно вот, знаешь, как будто вот сверху еще марлечку приложили. Так, и давайте, держите ровненько, а все остальное сделаю я. Да, мы да конечно, вот это захватить, это она такая мягенькая-мягенькая такая. Бархатистая. Очень классная. 1000 рублей. Тяжелая. Таиланд. Каменная керамика. 10 июля 2020 года. Как мой телефончик. Угу. Так, смотри, бокальчики мы снимали. Это, в принципе, не новогодняя коллекция, но линейка Уплага. Кстати, обратите на нее внимание. Я думаю, в ближайшее время снимем отдельно посуду всю. Очень лаконично смотрится. То есть Уплага – это такая, знаете, вот, ну, не повседневная посуда. Хотя кому-то и повседневная. Еще из того, что мы не снимали. Наконец-то появились однотонные ярко-красные скатерти. Очень похожи на ткань Дита, которая из года в год Икея продает. Пойдем плотность покажем. Развернуть ее не получится. Размер 145 на 240. Прям, ребят, классический красный цвет. А вот золотые пупырышки – это прошлогодние? Это прошлогодние, да. Это ткань до… Это скатерть. До фтмины. Давай. Смотри, видишь, в середине много, дальше мелко-мелко и окантовка. Угу. Так. Из новогодней ограниченки, которые только на Новый год. Вот такие печеньки, имбирное сердце. Напугать, нам попросили показать, даже был какой-то иностранный отзыв в комментарии, ага, да, на английском языке, попросили показать, рассказать про пряничный домик. А что пряничный домик? Имбирное тесто, не ну, очень пойдем хорошего. Покажем. Ну пойдем найдем, не очень хорошего качества. Надо человеку уважить все-таки. Друзья, вот она, сервировка новогоднего стола.
глазами дизайнеров IKEA. Фактически это один большой длинный стол. Дизайнеры имели в виду это, и он плавно переходит. Ну, соответственно, нам попроще вот, да, показать здесь. Это вот как раз новогодний скатерть, который мы с вами смотрели, и то, про что я вам говорила. То есть остальное все, в принципе, не должно быть из новогодней коллекции. Хотя вот здесь подсвечники из новогодней коллекции, свечки светодиодные, тоже по вашему желанию. Миска Винтер тоже очень красивая. Она вообще интересная, вот эта миска. Но в прошлом году она дожила до распродажи, в районе 300 рублей ее распродавали, повторюсь. И дальше вот эта вот новая линейка очень красивой посуды. Это у нас Уплага, сочетание с Сель Скаплик. Вот это вот все. Вот с этим рубчиком это Сель Скаплик. Что вот такие мисочки? Ну, их заклеили. Блин, вообще здесь все наклею, Дима. Вот такие фужерчики. Даже жизнь вся наклею. Вот такие красивые фужеры, все стаканы. А вообще мне это очень напоминает детство. Сервировку на Новый год, когда мама достает, да, из серванта красивые фужеры, ты мотаешься под ногами у родителей. Вот, то есть, ну, вот такая вот стилистика, возможно, какая-то, да, еще такая вот постсоветская. В принципе, мы прошли новогоднюю коллекцию всю, еще раз все-все посмотрели. Ребят, мы больше в Краснодаре не нашли ничего. То ли это вот, ну, нет в этом году подсветок, либо они еще не приехали в Краснодар. Если у кого-то в городах есть, напишите, пожалуйста, потому что на самом деле это очень важно. Почему у нас, например, почему мы их не видим, да? Ну, вот. Пойдем пряничный домик покажу. Пойдем поищем пряничный домик. А где он? В магазине фуд еды. А, в фуде? Ну и закончить мы решили продуктовым отделом, потому что здесь появилось очень много новогодних. Значит, пряничный домик, цена 249 рублей. В этом году лимитированная коллекция. Смотрите, значит, по составу, что у нас здесь прячется. А, мука высшего сорта, хлебопекарная, сахар, маргарин, растительные масла, пальмовые ши, пальмоядровые, рапсовые, кокосовые. Вода, соль, эмульгатор, ароматизатор, сливочное масло, регулятор частотности, лимонная кислота, Е-330, инверторный сахарный сироп, вода, разрыхлитель, специи, молотые, натуральные. Ну, скажем так, состав не совсем на пятерку, ну и не на тройку, что-то среднее. Разок съесть и потравитесь. Можно домик построить на этот состав, да? Можно просто построить домик и украсить. Смотрите, здесь вот такие наборы Доктор Окер. В принципе, Доктор Окер, ну это одна из таких вот линеек полупрофессиональных, которые используются в домашней кондитерке. Состав здесь еще веселее, но, скажем так, один раз, да, не считается. 249 рублей, по-моему, этот набор. Цены нет, но, по крайней мере, по прошлому году... А, нет, 229 рублей. Сахарная глазурь 179 рублей. Для склейки, кому варить не хочется. А в сахарной глазури у нас... Сахар, вода, сироп глюкозный, загуститель крахмал, лимонка и консерват. И такой комплект будет стоить у нас, чтобы дом построить? 179, 229 и 249. Пойдем еще покажем кое-что из новогодки, что есть. Развернись, пожалуйста. А, кстати, вот такой вот такой глюк у нас не задерживается в нижнем. Его поймать на грани фантастики. Но вкус специфичный, я до сих пор к нему привыкнуть не могу. Мы один раз купили. Очень пряный. Очень пряный, пряный, пряный. Смотри, значит, красное вино, сахар, ароматизатор, глёк, корица, гвоздика, кардамон, цедр, апельсин. В принципе, да? А его надо, во-первых, теплым пить. Я пробовал, но все равно вкуснее он не стал. И еще есть глёк безалкогольный, 249 рублей. Ребяточки, объем точно такой же. Вода, сахар, концентрированные соки, виноградный, яблочный, ароматизатор, глинтвейн, подсластитель, клюква. И плюс еще есть вот такой напиток за 99 рублей. Он выходит из года в год. В общем, если вы не хотите разоряться на алкоголь, а не знаете вкус, покупите вот это. Попробуйте за 99 рублей, тогда поймете, ваше оно или нет. Дим, я еще хотела... Примерно это безалкогольное пиво. Да, я что хотела еще показать. Есть красивые банки с печеньем. Давай найдем... А сердечко вот, нет? Сердечки мы сейчас с тобой показывали. Так, ребят, есть вот такие по 129 рублей новогодние сумки. Кстати, это первый раз. Очень удобно. Сюда можно все подарочки киевские сложить. Да? Прям классическая киевская сумочка, только за 129 рублей. Размер среднего пакета. И вот такие вот печенюшки есть. Они тоже были в прошлом году. Это такое же имбирное тесто, состав такой же, только здесь вот, видите, да? Тетенька, дяденька, снеговик, елочка, олень. 179 рублей. По других магазинах попробовать можно. Здесь нельзя. Но в других магазинах крошки. Вот такая дают. Вот банка. 379 рублей. Традиционное имбирное печенье. Ну, опять состав бронебойный для меня. Очень много растительных непонятных масел, которые, в принципе, нам не нужны. Но тут каждый решает сам. Скажем так, один раз покушать
Раз в год можно? Раз в год можно. Чаще не вижу смысла, вы просто как бы, ну, вред своему организму несете. Вот по новогодней коллекции все, что было, ребят, в Краснодаре, все, но вот нету больше. То есть в этом году у нас, по крайней мере, здесь нет гирлянд и не все стролы, которые представлены на сайте. Опять же повторюсь, возможно, Краснодар это выкладывает чуть позже, когда это становится более актуальным. Пока, то есть у народа по ходу стройки после сезона, да, и так далее, поэтому им нужен немножечко другой ассортимент. У нас все. А, вот такой у нас, да, небольшой обзор новогодней коллекции, часть 2. А, два мы интерьера вам показали новогодних, именно, да, сервировки стало больше, в принципе, вот, ну, нету пока ничего. Если за то время, пока мы находимся здесь, в Анапе, приезжаем снимать в IKEA Краснодар, что-то появится, я вам обязательно все покажу. Я расскажу, а Дим покажет. Всем пока-пока. Пока. Все. Так, а упал он где-то.